О, какая картина красивая, друзья! Как сказал Роман Газенко, с которым мы сейчас будем проводить вебинар в 20 часов. Ну, там в прикрепленном комменте посмотрите. Он журналист, бывший разведчик, много у него документальных фильмов и так далее. Он сказал, что это колеса сансары. А это у меня ангел велосипедиста. А там, видите, за ним там наверху на полке. Там почетная вот эта штука от этого, как это называется, что у меня там 100 тысяч подписчиков, а на самом деле у меня уже 188 тысяч подписчиков благодаря вам, друзья. А когда у нас будет 5 миллионов подписчиков, нас услышат люди. И когда нас услышат люди, мы там дадим что? Что оказывается в учебнике по физкультуре Анатолия Петровича Матвеева, профессора, есть несколько страниц нашей синхрогимнастики. Это для того я сделал, и Анатолий Петрович очень мощный специалист такой, поставил то, что проверено многократно. Для чего это я лично делал? Для того, чтобы психологи, потом психотерапевты, потом, ну кто бы то ни был, они бы критикой не занимались, не зная, о чем речь. Потому что физкультура, она для всех. И для священников, и не для священников, она и для космонавтов, и для олимпийских чемпионов. Но физкультура, ну там подбирайте свое действие синхронно текущему состоянию, и при этом выходите из шквала стресса и шторма на ноль безмятежности. И там генерируйте себе ответы на вопросы и новые идеи, и мы там занимаемся развитием изобретательских качеств и способностей. Так вот, я вам хочу сказать, самое простое упражнение, которое помогает улучшить мозговое кровообращение, улучшить мозговой кровоток и дать питание кислорода клеткам мозга, чтобы голова лучше соображала, это вот такое, это тоже изобретение. Кладешь руку на руку, подбиваешь другой рукой, кисть сюда, и начинаешь разминать воротниковую зону. Видите, я вот как могу делать. А раньше, когда я начинал это делать, ну, 1 минуту в день, 3 раза. Я раньше, когда делал, только так мог. А теперь могу вот так. И когда разминаешь шею, у тебя потом голова проясняется, кровообращение улучшается. Да, и рука не устает. Это прекрасное упражнение. Делайте, друзья. Это упражнение можно было бы назвать для пробуждения. Ну, проясняется голова, чтобы колесо сансары крутилось лучше. Да, до встречи.